всем привет. Утро началось. Погода сегодня. Вчера был дождик, но сегодня, конечно, все продувает. Можно посмотреть. Сейчас мы ходили в старый огород туда. Картошку можно копать. Как я говорил, купили мы веерную картофелекопалку. Вот сегодня ее будем испытывать, да? Давай! Сегодня ее будем испытывать. Стой! А что? Ты что, блядь? Да, конечно, может пойдет, может не пойдет. Может сетку придумать надо. Бать, а сет есть у нас? А что? Ну надо. А? А вот Витя. О. А вон? Дай-ка вон ту. Сейчас полегче будет. А для чего? Так, есть у нас такая сеть на дубитон. Так, вот чтобы это бы. Че? Болт? Да. А что, весь цепь что ли? Отрезать? Ну да, наверное. Это жалко, блядь, резать. Да ладно ты. Измени. Я же на губ все аккуратно. Два. Три. Четыре. Отрезал что ли? Нет, еще. А что, ты всем отрезал? Отрежем сейчас, я думаю. Вот эти палки повесь. Надо? Или короткие. Так, а к ним есть эти, блядь? Гай. Там, по-моему... Короче, сейчас сделаем цепи и продолжим съемки, а то памяти мало.